Привет! Мы наконец-то вытащили отсюда кучу вещей, разобрали пол. И сейчас будем обрабатывать, готовить доски. Завтра я сгоняю, возьму необходимые крепления и будем делать пол. По идее, завтра уже и закончу. Хотя, не знаю. Тут у нас есть вон там вот технологическое отверстие, трубка вставлена сквозь стену на улицу. И здесь есть у нас вывод воды. Во-первых, здесь планируется кухня в будущем. Во-вторых, хочу воду туда вывести, чтобы на улице можно было краник крутить, наливать. Там такое же отверстие есть, но я его, скорее всего, просто забуторю. Пол у нас будет выше вот этого крана. Вытяжку вентиляцию хочу из-под пола, просто трубу 50-ку вдоль угла, наверх вывести, чтобы воздух высасывал из-под пола. Пол будет просто дощатый с щелями, обычный деревенский. Получается, воздухообмен будет такой, что воздух теплый будет идти туда тянуться и выходить наверх на крышу. Тем самым у нас будет внутри внизу сухо, потому что здесь вот все влажно и плесень повсюду. И я снимал гнилые доски. Во-первых, будет сухо внизу, во-вторых, пол будет теплый такой. Будет не щелей ветер дуть, а наоборот туда воздух будет идти. Вытяжка будет здесь и там. Таким образом. А приточку уже сделаем на окнах, чтобы воздух поступал в помещение. У входа у нас тут прям просто бардак, свинарник получился, потому что часть вещей просто здесь не самых важных расположили. Просто повсюду. Вон там вон гора, накрытая тентом. Здесь куча мусора на помойку поедет, ну и прочее-прочее контейнерочкам. Влага не страшна, кусок еще старого пола. И уже вот подготовил рейсмус для обработки досок. Ни рубанка, ни фуговального станка, ни фуганка, ничего у меня нет. У меня есть только вот рейсмусовый станок. Но буду пытаться на нем как-то прострагивать доски, то есть по чуть-чуть, то с одной стороны, то с другой. Во-первых, чтобы они все были одной толщины, во-вторых, чтобы не было ни бугров, ни заусенцев, ничего. Ровненько, чтобы все было красивенько. Рейсмус работает, конечно, штука отличная, но забивается вот эта вот штука, если нету стружка отсоса. И я его наколхозил. Это у нас шланг от пылесоса, идеально сюда подошел. Но чутка пришлось скотчем налепить, хотя он, по-моему, здесь и раньше был. Шланг от пылесоса идет у нас и заходит в китайский циклон через вот такое вот соединение. Тут тоже, кстати, очень хорошо подошло, прям плотненько. Шланг от пылесоса, идеальная штука. Циклон, ну кто не знает, сюда влетает у нас мусор, потому что воздухозабор, вот он, сюда воздух сосется, он забирает с центра. Там нигде входа нет, он тянет отсюда. Получается, стружка влетает здесь по центробежной. Центробежная сила заставляет ее вдоль стен спускаться и опадает все в бочку, а воздух уходит, куда бы вы думали, не помню, как эта хреновина называется, которая дует, собирает листья. Листья мы ни разу в жизни никогда не собирали, не сдували, поэтому вот хоть как-то так эта штука работает. Через шланг, который, вот этот шланг, кстати, он продавался вместе вот с этой фиговиной из Китая приехал, и здесь у нас прям такой нанотехнологии, муфта из нано мешка из-под нано муки, все это зафиксировано нано скотчем. Короче, особые технологии наша деревня вот здесь пробилась вперед, так сказать, в разработках. Скидывайте кому-нибудь это видео из Роскосмоса, пускай патентуют, пока не увидел Илон Маск. Гусята уже вон гуляют вовсю. Уже все позасрали, надо им пол сетчатый сделать будет, где они ночуют, чтобы в говнешках своих не спали. Вот. Кормушка на колесах в действии все еще. Привез буквально часа полтора назад полную телегу и веток, и там травищи. Уже почти все сожрали. Так, прошлись мы по двум доскам. Поверхность более-менее, но остаются вот здесь вот борозды. То есть, значит, в этом месте у рейсмуса на ножах сколы. Да и вообще туго идет, ножи тупые. У меня есть комплект точеных ножей. Сейчас буду менять. Я и забыл, насколько это нудное занятие.
Здесь вот такая вот прижимная планка, вот оно само лезвие. И эта прижимная банка, планка, господи, банка, в распор болтиками. Получается, вот головка болтика упирается в железяку, в этот вал, и прижимает само лезвие вот этой железкой. Это вот здесь вот куча этих болтиков. Все их можно повернуть где-то на четверть оборота. Их сначала все нужно выкрутить, достать лезвие, новое вставить. Причем там лезвие еще толкают две пружинки, нужно не потерять эти пружинки, господи, выставить новое лезвие, причем выставить вот это вот железякой, одной рукой держать, хорошо, что хотя бы есть чем выставлять, другой рукой затянуть два болтика, чтобы лезвие держалось, и вот сейчас дальше остальные затянуть. Нудятина. Телепортировались на несколько дней вперед. Были всякие разные дела, короче, отвлеклись мы. И у нас ничего здесь не изменилось, только снова добавилось всякого хлама, который нужно опять отсюда убирать. И в эти дни на меня снизошло озарение, что лучше-то сначала сделать стены, а потом пол, за что мы сейчас и взялись. В данный момент мы сдираем вот эту вот убогую древнюю какую-то доисторическую штукатурку, которая, оказывается, сделана просто с какого-то песка. Она вот прям вся крошится. Хрен пойми что. В общем, все это дело мы сейчас снимаем. Торчащие кирпичи будем выдергивать. Ну, как выдергивать? Сбивать лишнее торчащее.
Всем привет от ежика в тумане. Пылище офигеть. Или это у меня очки запыленные. Ну и очки, и пылище хватает. Охренеть можно. Из окна клубы пыли летят. Ох, из дверей тоже. У нас тут все еще бардак. Все еще работа и ремонты. Начал стену чистить вот от всего, что на ней намазано, от этой так называемой штукатурки, а потом вот еще болгаркой очищать от этой вот насадкой. Но эта насадка так дико не сбалансирована, ее так вибрирует, руки болеть начали. Сколько я кусочек прошелся, сколько тут кирпичей, 20. Как-то вот так я выгляжу после ошкуривания стен. Наконец-то очистил полностью стены от штукатурки болгаркой-щеткой. Туман вот рассеялся, хоть стену можно посмотреть. Это, конечно, жесть какая-то. И это я вот чуть-чуть сегодня доделал. Вчера раза в 4-5 пыли было больше. Да, сейчас надо помыться. И можно класть пол. Сделал еще вот такую штуку. Вон тут у нас был вывод воды, кран. И теперь эту воду провел он туда на улицу. А так это выглядит с улицы. Кран. Правда, у меня еще уголок 90 градусов нужен был, не хватило, чтобы вниз повернуть воду. А то она лупит струей такой нехилой. И внизу тоже кран, чтобы к зиме спускать воду с этого столба, чтобы здесь ничего не лопнуло. Отмостку, конечно, надо делать нормальную. А то вот этого божества вода вся идет под дом, под фундамент. Но это, к сожалению, только в следующем году. С этим полом очень много времени занимает подготовка досок, настрогать их, шлифовать, выставить, прикрепить. Вот теперь наконец-то уже начинаем укладывать доски пола. Часть вот уложили, и я фрезерую края, чтобы, ну, это сосна, углы у нее могут откалываться и торчать щепками в ногу. Это не очень будет приятно, не очень-то и нужно. А так Даже какой-то благородный вид появляется. Идите сюда! Вот доска просто уложенная. Еще ничего не прикреплено. Я буду еще вот это дело все обрабатывать биозащитой. И вот доска уже фрезерованная. Здесь пазы такие получаются, где будет собираться, скорее всего, мусор. Но мы будем подметать. Ну и щели здесь, конечно же, будут все равно, потому что они играют роль в вентиляции помещения. Там вот отсюда не видно, в углу наверх туда, и вот в углу я уже провел трубы, которые будут из-под пола тянуть воздух. Ну а под пол он будет попадать из помещения. По крайней мере, идея такая, чтобы теплый воздух шел под низ, поэтому будет теплый пол. Как минимум не ледяной. Идея такая, по исполнению что получится, надеюсь, не как обычно. Стены у меня за спиной тоже качество такое кошмарное. Вот этот раствор, на который положены кирпичи, ну вот он, просто его можно расколупать. Вот я вожу возюкаю, и с него песок сыпется. Вот он прям мягкий раствор. Не знаю, мешали песок с золой, что ли, фиг его знает. Ну хрень полная. Кирпичи тоже полнейшая хрень. Они, блин, как печенье. Я там крепить пытался в них вот эти вот лаги.
просто рассыпаются в кирпич, начинаешь перфоратор углублять в сверло, он весь крошится и высыпается. Такая, блин, гадость. Даже сейчас покажу поближе. Вот тут я, к примеру, сверлил под выключатель место. И чё, вот оно круглое, и все вокруг тоже высыпалось. Куда это вот годится? Никуда. По идее, по-хорошему, здесь нужна просто хорошая штукатурка, желательно с армирующей сеткой. Но на это у меня нету, во-первых, навыков. Со штукатуркой все-таки как-то я никогда не сталкивался. И, блин, такая морока возиться. У нас сейчас нету ни времени, ни средств на это все дело. Поэтому у нас родилась особая идея. Кстати, по поводу кирпича, что он хрень полная. Он какой-то бэушный, бракованный. Вот он просто горелый. Внутри черный. Его пережгли, видимо, какой-то брак просто вот сюда свезли и дом построили. Здесь был раньше дверной проем, его заложили, и тут вот прям заметно качество, какое раствора. Я вот его перфоратором еле удалбливал, здесь торчали, которые куски сдалбывал. Здесь где-то в каких-то местах, вот он прям жесткий кошмар, а вот это говно. Кирпич здесь, конечно, тоже говно, но ничего. Так, о идее, что с этой стеной делать? А идея такова, хоть он, конечно же, и говно некрасивое, но все же думаем просто покрыть эту стену лаком. Будет и выглядеть получше немножко, типа такой стиль. И сыпаться с этой стены под лаком уже ничего не будет. И так ее и оставим. Единственное, вот эти вот места, где раньше примыкала стена и ломаный кирпич, здесь я какой-то декор буду наводить. Вот это вот тоже что-то надо придумать, окно, которое было раньше, дверь. Вот здесь стена примыкала. Но здесь, скорее всего, какая-нибудь деревянная декоративная колонна будет, как и там. Возможно, с функцией там вешалки или какого-нибудь осветительного прибора. Но здесь у нас будет кухня, поэтому кухонным гарнитуром или еще чем-то вот это вот дверной проем будем закрывать. Эти стены еще пока не решил, чем закрывать и обшивать. Тоже, по идее, надо штукатурить. Но по штукатурке я уже сказал. Поэтому, не знаю, хочу чем-нибудь тоже декорным просто обшить. Давно видеоролики блоговые не публиковал. Чисто лишь потому, что нету времени. Постоянно беготня, суета. Во-первых, во-вторых, делаю маленькие видеоролики, кто смотрит канал, тот видит, появляются периодически. И даже такие маленькие видеоролики загружаются на YouTube в течение 2-4 дней. Это какая-то жесть, вот что-то с интернетом у нас стало пипец. Вот, поэтому довольно редко получается что-то снять. А пока, всем пока. Я, кстати, с удивлением узнал недавно, что у нас есть постоянные зрители, люди, которые следят за развитием нас в деревне, за нашей деревенской жизнью. Кто-то смотрит нас постоянно, кроме моей мамы. Мам, привет. Вот. Так вот, те, кто смотрит постоянно, если не сложно, поделитесь видео с кем-нибудь, не знаю, пригласите кого-нибудь, нам подписчики не помешают. Не зря же я все это вот снимаю, трачу время. Обработка видеоролика занимает нехилое количество времени. Хоть оно и такое себе получается, но что могу. А могу, как видите, до хрена чего. И там он еще до хрена чего бегает, видите, в садках сидит. Вот, и чтобы это еще вам показывать, нужно много времени и сил. Все, доболтался, всем пока. Подписывайтесь, зовите друзей.